Так, привет, мои дорогие. Сегодня я буду готовить мясо. Так, я сейчас приготовлю фольгу. Фольга не очень широкая, поэтому я буду делать и двойную. Двойную, и чтобы пошире было. Обычно я так делаю. Не хочу, чтобы сок выходил из мяса. Так, один раз. Так, 20 ключечек. И еще разочек, вот таким макаром. Так, ну все, ложу сюда кусочек своего мяса. Мясо я уже помыла, обсушила. Вот такой кусочек мяса я буду сегодня готовить на ужин. Такой вот. Так, я подготовила специи. У меня здесь все мои любимые специи, какие я люблю, насыпаю здесь миксы. Ну, любимые, вот какие вы хотите, ну, какие вы используете для своего мяса. Так, теперь я сюда добавляю оливковое, никак не откроешь, оливковое масло. Оливковым маслом любое. Я оливковое использую, можно растительное, добавляю побольше. И перемешиваю. Еще немножечко. Так, все. И буду натирать кусочек мяса руками. Я люблю, чтобы мясо было прям покрыто специями со всех сторон. Не разошелся. Так, все, сейчас натираю этот кусочек мяска и ставлю в духовку разогретую, ну, наверное, по-русски на 200, у нас на 350. Ясно. И будет готовиться оно у меня часа 3 не меньше. Все завернуто в фольге. Представляете, ребята, если бы американцы увидели, как я готовлю это мясо, они бы с ума сошли. Они бы сказали, что я только испортила мясо, так как они его готовят на очень низкой температуре, потом переключают на большую. Нет, сначала на большую, потом на низкую. И оно получает сверху закаленное, а внутри прям кровяной. Я такое мясо не люблю. И с вами говорю, если вам нравится такое, готовьте. Я терпеть не могу кровь. Мясо с кровью. Мне же прям невкусно. Некрасиво. Так, ну все, я сейчас заворачиваю и ставлю в духовку на 3 часа. Через 3 часа покажу, как у меня получилось. Так, ну все, кусочек готов. Ставлю его в центр. И заворачиваю. Центр здесь. И заворачиваю. Обычно вот так. Вот так. Самое главное, чтобы сок не выйдет. Вот так я это делаю. Все. У меня есть вот такая формочка. Вот такая формочка. Ложим в форму. И отправляем в духовку на 3 часа. Ну, до самого ужина. Мясо простояло так в духовке 3 часа. Сейчас я его открыла. И поставлю опять при той же самой температуре еще минут на 30, чтобы немножечко образовалась корочка. Мое мясо точно готово. Жидкости особо не есть. Запах обалденный. Так, ну все, на 30 минут еще. Ну вот я достала свое мяско. Выложила на тарелочку. Оно полностью готово. Видите, даже косточки немножечко отошли. Лук смотрится аппетитно, а запах... Ну все, вот такое мяско у меня получилось. Я думаю, оно на вкус будет очень хорошее. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. С наступающим вас праздником, мои дорогие!